Салюты на России в честь Дня государственного флага Украины продолжаются. Гундяевские попы против беспилотников. Вот те дрон на пузе. Пока летающие аппараты выигрывают и уничтожают топливо для смертоносных орудий. Рясы не рэбы. Адам Кадыров стрелял по невидимым врагам. А мог бы совершить хоть один достойный поступок и выстрелить в рядом стоящего Путина. Как живут матери попавших в рай срочников российской армии? И произошла ли спецоперация в их сознании? Я Наталья Власова. Подписывайтесь на наши соцсети. И без актуальной информации будете точно не сегодня.